Федеральный электронный дискаунтер CityLink совместно с компанией Intel запустили проект Академии киберспорта CityLink по мотивам игры PlayerUnknown's Battlegrounds. Отбор проходил по всей России, и его прошли всего 13 человек, из которых осталось 12. На протяжении проекта участники проходят реальные испытания по мотивам игры и повышают свои скиллы на кибертренировках под присмотром опытных наставников. По итогам каждого испытания и кибертренировок команды зарабатывают баллы, которые смогут потратить в онлайн-магазине CityLink. Главная цель команд — превратиться в настоящий сквад, чтобы дойти до финального турнира и сразиться за 1 миллион рублей. Не пропусти. Самое интересное впереди. Здравствуйте. Меня зовут Марина Кравец, и это Ямала. Замуж за Бузову. Мы в Риме. Рим называют вечным городом. Сижу, значит, смотрю себе спокойненько замуж за Бузову с ногами на столе. Отдыхаю, наслаждаюсь. Последняя серия сезона. Давайте фу рандом какой-нибудь. Давай смешаем. Генератор отрубит. И я подумал, типа, реально свет просто вырубился, и все. У нас все хорошо. Я вижу просто, как гильзы на пол падают прямо перед лицом у меня. Я вообще-то вот в этот момент очканул супер жестко. Нет места, работай домой! Мне кажется, я обосрался больше всех. Пацаны, я играю! Димка, он же Скай, он продолжил играть Харстон, когда его повалили. Это было очень забавно. Казаны, не с места! Я на самом деле очень испугалась, когда они забежали. Кто-то еще на меня наступил знатно. Ну что, поднимайся! Смета! Типа это было жестко. Меня прям отлегло, прям как камень с души, что ничего, никаких проблем нет, все норм. Я понял, что это типа розыгрыш, какой-то пранк. Кто там самый веселый был? Смотрел видосики. На самом интересном месте на Бузова, ебать. Окей, когда дальше шмалять, это был просто ад какой-то. Я пранкер, я говорю, я ненавижу пранкеров, потому что вы все очень плохие люди. Ну что, небольшой поклон команды. Ну, поржали просто, похлопали там. Весело было. Я вам по-быстренькому расскажу, какого черта, да, я вообще, в принципе, сюда приперся. Ну, Валентина, вот этот Валентин Фокин, я на самом деле очень давно знаю, в плане смотрел его видосы. Я, сейчас сказать, отбитый чел. То есть он снимает такие очень дикие пранки. Ну, мне написали ребята по поводу того, что еще, наверное, месяца 2.5 или 3 месяца назад, когда все это еще планировал, я такой, опа, пап. Поэтому я бы очень хотел посмотреть, где вы вообще располагаетесь и тренируетесь. Покажете мне свою тему? Пойдемте. Вперед! Конечно, за компьютеры! Добро пожаловать к нам в клуб! Еба-еба. Я сел сюда и понял, что папка, оказывается, не лагает. Есть такое дело. Сколько вы часов проводите? Вот так вот. Кто как хочет, кто сколько может. То есть нет такой, да? Нет такой. Пришел, проснулся, кто пошел, помылся, кто поиграл. Блин, завтрашний день, надеюсь, будет еще круче, чем сегодняшний, потому что все-таки, ну, было не так много экшена. Хочется еще. Попали вот туда. Попали. Ну, всем доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Меня зовут Алексей, я ваш тренер. Вы тоже Алексей? Плохого человека именем Алексей не назовут. Но бывает исключение. Да. Вас ждут скоро очень тяжелые испытания. Смешно тебе? Нет, я всегда такой. Не надо смеяться, рано еще. Или поднимать. Мы потом немножко поржем. Так вот, поскольку вас все-таки ожидают действительно реальные занятия и испытания, моя задача – несколько вас к этому подготовить. С утра не ел никто ничего? Нет. Мы не успели. Мы только проснулись и к вам. Ну это очень хорошо, а то многим может похвастаться потом своей едой прилюдно. Все кряхтели, пыхтели, только один Миша наш там носился, как угорелый, просто за всех эти круги наматывал. Разминочка на сегодня закончена? А, разминочка. Мы сейчас рано.
Вы сейчас приведете себя в порядок и отправляетесь уже на реальные испытания. Спасибо. Спасибо. Yeah! Блин, я даже не представляю, что нас ждет дальше, потому что ну, нас реально просто, мы пропотели, нас прогоняли и вообще, типа, к чему это все? Приехали мы на Military Base, а тут гонка героев. Ну что, как настроение? Отлично! Это ненадолго. Вы уже слышали про испытания, и пришло время пройти своими собственными ножками, ручками, хлебнуть, так сказать, грязи, прыгнуть над обрывом. Ну вот это все. Очень важным и самым главным является, что каждый из команды должен добраться до финиша. То есть весь сквад. Иначе результат не засчитывается. И помните, побеждает только та команда, которая справится быстрее остальных. То есть победитель будет только один. Если этой мотивации недостаточно, то я напомню, что команда-победитель получает 12 тысяч баллов. Это по 3 тысячи баллов на участника, которые вы сможете потратить на продукцию Ситилинка. Естественно, сами вы не справитесь, поэтому вам поможет Денис Гусев, профессиональный спортсмен и сооснователь сервиса доставки правильного сбалансированного питания Level Kitchen. Сегодня эту трассу буду я проходить вместе с вами, чтобы поддерживать, помогать вам, ну и чтобы вы не остановились. И помните, если кажется, что сил у вас уже совсем не осталось, на самом деле они у вас у всех есть. Верьте в себя. Вперед! Вперед! Поехали! Команда Кино добирается первой до испытания. Давай, давай, тихо, вперед, вперед! Сейчас, блядь. Пошел! Андрей, не торопись, обгони ее! Она шатается. Смотрите вперед, смотрите не на воду. К сожалению, пока никто не упал. Это действительно отвратительная информация. Я ждал чего-то более интересного, но у нас впереди следующее испытание, поэтому я думаю, кто-то упадет. А ну давай, шевели руками, пошел быстрее! Быстрее, сказал, что повисло, тряпка! Пассажи. Мила на самом деле вообще красава. Мы ожидали, что будет намного нам сложнее ей помогать, но она потом нас сама тянула. Молодцы! Мила, руки к телу, несу руки сюда! Давай! Так ты руками сначала возьмись, давай, потом ногами запрыгивай. Сейчас. Отлично. Испытание было интересным, что-то новое, попробовать себя, разнообразие, это что надо, взбодриться. Явно у некоторых ребят боязнь высоты. Давай, не бойся, давай, но не смотри вниз, смотри перед собой, просто руками переставляй. Руки переставил ноги, отлично слезешь. Молодец, Мил, все правильно. Можно руку? Вы команда в первую очередь. Никит, давай стартуй ее там. Хорошо. Блин, я бы бросил... Я забыл, даже Андрюх не пей. Если первые несколько испытаний он просто прошел на зубах, на воле, то дальше я обернулся, смотрю, что ему очень тяжко, и просто сказал, ребята, Андрюха дальше не пойдет. Да, у него травма, ну реально, ну блин. Втроем, ребята, оставляем, втроем побежали, спускайтесь. Да хорош, мы прогуляемся. Он отдохнет. Блин, ну что делать с Андрюхой? Но вариант у всех появлялся только один, это, конечно же, оставить его. Но это некрасиво. Андрюх! В смысле? Красиво. И чтобы дальше не травмировать руку, было принято коллективное решение, что они продолжат втроем, а я просто подожду их на финише и больше сделаю в игре, нежели в реале, так как этой рукой я держу мышку, и она мне важна. Моя бабушка это делала быстрее! Опачки! Как ты чувствуешь? На самом деле, очень хочу выстрелить в товарища ведущего, прям, чтобы он согнулся и упал, и не вставал. Я считаю, что испытание не особо сложное на самом деле, и я бы прошел их гораздо быстрее. Ну что ж, бывает. Команда синих плетется также в хвосте, команда зеленых уже преодолевает четвертое, как я полагаю, испытание. Думал, что будет какая-то полоса препятствий, может быть, где-то карабкаться, но вот именно что связано с такой вот грязью, с такой вот выносливостью. Не ожидал, на самом деле, нет, не думал. Мил, главное, не спеши. Я не могу обратно ноги закинуть. Я больше боялась не упасть в холодную воду и замерзнуть, а подвести свою команду, потому что все ребята молодцы, очень старались, они меня поддерживали. Давай, двигайся. Хочешь кушать? Давай. Смешно, да?
ничего смешного. Как дела? Никто не хочет искупаться. Вода будет дальше, кстати, еще. Так что я советую приберечь свои силы. Слушай, ну молодцы ребята, пока никто не упал, красавчики просто. Как тебе их физическая подготовка? Слушай, ну знаешь, может быть, первая команда еще ничего, но ребята из третьей группы отстали уже почти на километр. Они вообще, по-моему, не двигаются уже. Что-то у них с мотивацией совсем плохо. Матрешка у нас ползет первой. Да. Команда зеленых. Что творят? Когда мы увидели испытание с водой, моя первая мысль была так. Дима, Леша, они пройдут, окей. На той стороне можно помочь себе ногами. Да раскачайся сначала, а потом ноги закидывай. Давай, давай, раскачайся. Вау. Я могла пройти, честно, да. Но я решила упасть. Поддержать своих ребят. Мы хотели Мишу заставить, но он почему-то отказал. Давай, докажи всем, что ты можешь. До конца! Да, ногами помогай, правильно, молодец. Не, вы что? Руку, руку, руку! Рука болит? Что с рукой? Вот тут еще. Защемило? Все пройдет, все, все отпустит, нормально. Все, давайте, ребят, следующее препятствие. Давай, брат, давай, давай. Погнали, брат. Для человека, который физически не подготовлен, это очень сложно. Но у нас была команда. Давай, 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 родная. О, я не чувствую ног. Осталось только танки проползти, и все. Ты что, из Померя собрался? А в вашем плане еще есть я, как бы, присутствую? Да-да, мы тебя ждем. Ну, пока да, давай, пока давай, да. Блин, не моя гонка точно. Твоя. Она не бывает простой. Ребята, не сдавайтесь, смотрите, ваша девчонка, ваш партнер по команде, она уже допоздна. Чего вы? Да, энергия. Давай, давай. Все, старались все пройти вместе. Помогали друг другу, палец в говне и так далее. Было очень сложно. Тебя Диман уже доходяет, ты что? Диман, красавчик, машина. Димас, как будто папа в тебя должен взять. Работаем до конца. Пушка. Ну что ж, финишная прямая. Остался последний пролаз по танкам и готово. Захватываем и едем на нем. Команда зеленых добирается первыми до финиша. Молодцы! Молодцы! Тигры чемпионы! Тигры! Супер, все классно. Я такая мокрая, просто кайф. Команда синих в составе трех человек добирается до финишной прямой. Вторыми. Вы добрались, вы показали, что вы хоть что-то можете, в отличие от вашего тиммейта. Ну, когда мы финишировали, он подошел и сказал, ну, простите, ребят, ну, поймите, мы реально, ну, очень грамотную фразу сказал, Саша, типа, я тебе сейчас вдарю, если ты еще раз извинишься, потому что, ну, за что? Травма. Мы ничего с этим не можем поделать. Дим, лицом сворачивайся. Хорошо. Сырые, грязные, счастливые. Поздравляем! Красавчик! Отлично! Давай, давай! Дмитрий, Дмитрий, давай! Давай, Дима! Давай, Дима! Пушка, пушка! Пушка, варит! Что вы можете сказать, ребят, по этому поводу? Это пушка! Извините, материться нельзя, но как сложно. Дали фору первым, чуть-чуть. Да, я старался изо всех сил. Мы, ребята, мы вас помогали от души. Не обидно, вообще ни капли. Ну, потому что самое главное было пройти. У нас как бы не стояла цель выиграть. Игры, поздравляем вас! Большие молодцы! Вы получаете 12 тысяч баллов, которые делите между собой, и сможете на эти баллы, собственно, купить определенные девайсы в Ситилинке. Молодцы! Душа, хлопаем! Денис, какие твои впечатления по поводу испытаний, которые проходили ребята? Мне показалось, что испытания были достаточно сложные, потому что было очень много воды, очень много грязи, очень много скользких поверхностей. И в команде есть девчонки, которые, конечно же, вступают в силе парня. Но ребята все вместе собрались, все доказали, что они являются командой, все помогали друг другу. Поэтому ребята все большие молодцы, я предлагаю еще раз им похлопать.
Вы красавчики. Ну, у нас команда путешей. Мы любим покушать, посидеть в кресле в своем хорошем. Сейчас мы соберемся и на кибертренировку покажем жару. У меня для вас хорошая новость. Я, как профессиональный спортсмен, прекрасно знаю, что после выступления на соревнованиях очень сильно поднимается аппетит. Тем более, если они проходили на открытом воздухе. Поэтому я всем вам привез рационы здорового питания от Hello Kitchen, чтобы вы здесь и сейчас подзарядились энергией и восстановились. И для того, чтобы ваше настроение наконец-то поднялось еще выше. Держите! На сегодня реальные испытания закончились, но вообще испытания не закончились, потому что сейчас вы отправитесь в свою привычную среду, виртуальный мир. Желаю удачи! Ура! Спасибо! Всем привет, ребята! У вас закончилось второе испытание. Как видите, тигры впереди. И, ребята, нужно догонять пушка. Наберешь, надо собираться. Приступаем ко второй кибертренировке. Мы с наставниками посовещались и решили, что сегодня вы будете играть не на места, а на фраге. То есть сегодня победит тот, кто за три карты, за два Эрангелия и один Мирамар наберет большее количество киллов. Приступаем? Go! Yeah! Знакомьтесь, это бюрократ. Этот бро совсем другое дело. Бюрократ 774. Здесь подлокотники могут менять свою высоту и делают это весьма эпично. У вас затекает спина, вот у меня постоянно затекает. А здесь есть специальная мягенькая подушечка, которая отлично помогает моей спине. Также у меня затекает шея, думаю, у вас тоже. Здесь есть отличная подушечка и для нее. И, естественно, здесь есть боковая поддержка для того, чтобы ты не падал, когда слишком возбужден от победы. В общем, выглядит стильно, удобно, сидеть приятно. Теперь все зависит только от тебя. Этот и другие товары можно приобрести на сайте CityLink. Мы с тобой на центр, да? Да, да. Лёх. Просто, типа, особо не бодритесь, и все, и не очкуйте драться, и все нормально будет. Так, ребята, нам надо киллы, давайте опять попробуем мост. Заткнись, забрать. Я сам скажу. Не слушайте его. На этой тренировке мы с наставником очень серьезно не сошлись во мнениях о том, как нужно было подойти именно к набору фрагов. Не слушайте этого, он ЧСВ, и вы можете на ноль его выкрутить. Я шарю, что делать. Не надо за фрагами бегать, просто на победу играем и все. Меточки ставьте там подробнее, чтобы понимать, когда кто куда упадет и к кому сразу ближе, проблемы будут. Над нами два склада. Да, да, у нас много людей. И они все на ангары. Один на кафе падает здесь с нами. По центру тоже падает. Вижу. Мне прям в дом чел прилетел. Кого забирают? Езжай. Все. Лама летит, все, без лама едьте. В общем, мы уставшие, приезжаем в ангар. Просто нет сил, руки не поднимаются, все болит после препятствий. Сидишь играть и понимаешь, что ты, да, вот просто элементарно руки не двигаются, ты не можешь никого убить. Ты бей где-то рядом. Да двое слева от меня ходят. Вижу. Меня другие кадали. Они на меня, Сагрис. Меня докнули, передо мной. Бежит к вам. Я иду помогать. Очень много хитов. В домике кто-то бегает. Передо мной челик поднимает прямо против меня. Спинок поставил. Ну все, убили склад. Бегают, видишь, Леш. Левее, Леш. Твою мать. Нокнул. Хорошо. Еще один есть там. Мне хаешку дали. Он резается левее там. Они левее, Леш. Левее беги. Они за деревом вдвоем стоят. 215, Леш. Все. Хорошо. Но жажда крови во мне проснулась, и я готов был убивать. Я сделал, на самом деле, не очень много, но я именно суппортил ребятам. Да, побежал. Хорошо. Молодцы. Нормально, сейчас до склада поеду за зоной, ну, на мост, я тебе говорю. Да, наберешь. Бис говорил одно, и Бжак говорил другое. Грубо говоря, мы расходились в разные стороны, и у нас не получалось. Мы, ну, не делали то, что должны были делать. А что за хуйня? Ну ты хуйня не происходит. Ты что? Может, ты уйдешь отсюда из опа. ХПшка влетела. Ну это твой фейл полностью. Передо мной лоу хп, лоу хп. Ну мы далеко. ХПшки нету, инт? Все, красиво. Все, убил. Все вроде. Нет. Не убил. Один живой еще. Одна вижу. Справа. Молодец. Лучше. Он каленый. Забор. Добивай его. Все, добей и убегай. Сукины дети. Ну да, надо было ждать. Каждый перестрелок тебе по одному человеку.
То есть, скажем так, мы одного теряем, убиваем троих, убиваем там четырех, теряем еще одного. И вот так постепенно мы всю команду теряли. 8 киллов? Да. Всего или у него? Всего. Лодка, лодка, сзади нас плывет. Плывут, убивать, убить, убить, убить. Выбил одного. Молодец. Молодцы, молодцы, молодцы. Ну. Отлично. А у вас ломозавр в катке, знаете кто это? Да, еще остался ломозавр. Ну ГГ, ребят, ГГ. У тебя слева прям за пригорком. Слева, слева, близко же дерево. Где там за деревом? Ладно. Хорошо. Вижу, зашел дым. Он на Андрюхе. Хорош. Он прям на Андрея, прям на Андрея. Он один остался. Все, он сам играет, не подсказывайте ему. Там один остался у них. Отхилься. Это версия была, да? Да, все, хорошо, отлично. Не зря поработал, называется. Нормально, ЗНС. Сань кайфует. Вон справа, справа, сюда. Тихо, 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 тихо. Ну да, это фуфат. Можно лечь, пожалуйста. Что значит нельзя лечь? Спамлю за это, он не ложится. 6-4. Там наклон, ты на горе. 3, поэтому не ложится. 3, 4, 6, 13. Дима без по поводу ебжа сказал, просто забей, просто играй в свою игру, не обращай внимания, не кипятись, все будет круто, я буду его держать в узде. Сейчас тебе говорю, как делать. Давай, чтоб изменилось? Сейчас бы так же мне кинул хаешку и все. Ты должен туда чекать, спиду чекать. У меня дочерка на мосту стоит, на горе стоит. Мы просмотрели, хорошо. У меня дочерка на горе стоит. Ну хорошо, но все еще ты был свернут. Я должен стоять ты здесь. Был свернут в этот момент. Ты был свернут в этот момент! Ты тупой, Я хуй с тебя, по итогу мы просто решили, что пусть он перебесится, пусть он перепонтуется, и мы будем просто сидеть и играть. Давайте, короче, на просьбы друг друга адекватно реагировать. Я вас прошу не спамить и не обсуждать ошибки предыдущих игр в новой. Все. Новая игра, давайте. Тут очень много ребят, типа, так что да, старайтесь. Да. Надо старайтесь. Скооперироваться. Ей. Я бегу за чалом, сейчас руки его убью. Аккуратно, не спеши. Ладно, отпустил. Хорош. Хорош. О, бегает один, 105, перебегает, везде, работаю. Надо вырубать. В ног, отжимаем. За мной. Добил одного. Трэш. Дожимаю. Все, сзади может на заводе кто-то быть, вас встречать, пацаны. Будьте осторожны. Уже близко. Я пропустил, сорян. В упоре у меня. Правее будет, правее намного. Прям на нем. По зоне, на мне. По зоне, тебе на мне. Тебе лучше уйти, маг. Дойди у меня. Бежит за камнем. Правее, видел? У дерева видел. У камня. Я понял. Нормально. Все, успокойтесь. 9 килов. Все хорошо. Все, третья карта Мирабара, ребят. Нормально, все. Пацаны, ваша ошибка. Вы очень долго лутаетесь. Кин, ты же так же долго лутаешься. Ты заткнись, да смотри. Вот это у тебя маска слетела, по этой причине его с команды выгнал. Вот такая фигня была часто. Я не выгнал, ты сам ушел. Я его просто с команды выгнал из-за этой фигни. Вот, дай, вот видишь, ты вот так. А, шакалёв. Там написано, что он карьеру завершил, понял? И говоришь, что я его кикнул. Но если каешка залетит, как бы... Тихо, поднимаешь сразу. Тихо, поднимаешь. Он тоже поднимает. Тихо, поднимаешь сразу, стреляешь, понял? Да, конечно. Бежи слева. Хорош! Хорош! Так. 15. Да. Приехал. Хорошо. Далеко. Там должно дропать. Сверху. Забил. Парни, короче, план капкан. Давай. Вообще бомба. Показывай. Руль вправо и тапку в пол. Пошел. Секунду. Момент. Ладно, лаки. Надкуда там мест не было. Я вообще считаю, что нужно просто закрыть глаза на этот день и все. Его просто не было.
Ну что, ребята, вторая кибертренировка закончилась. И, Ким, сколько там у моей команды кило? Можешь вас узнать? Не знаю, где-то 30 с чем-то, наверное. 37. 37. И моя команда наберешь с килами 37 выиграла эту вторую кибертренировку. Хорошо! Порвали! По итогу этой второй кибертренировки я выделил у себя лучшего, так сказать, игрока, и это Инта. Спасибо. Заслуженно. Сколько килов? 16 килов. Сколько килов? 16 килов. Молодец, молодец, садись. Мы тоже молодцы. Заняли третье место. Честно, не хотел вообще никого выделять, но ладно. Единственный, кто выделился, ну, так, более-менее, это Клонярик. 2000 очков. Поздравляю, молодец. Третье место. Очень сложно выделить кого-то, потому что... Но я скорее выделю тебя, версия, потому что мне нравится твоя тяга к победе и как ты пытаешься и стараешься. Горько! И как он не отдал нам килл, блин. Красавчик. Ни себе, ни людям. Взял от зоны, умер. А на сегодня, в принципе, ребята, все. Увидимся завтра. Спокойной ночи! Не забудьте помыться, ребята, не забудьте помыться! Нервы участников на пределе. Проверка на сплоченность продолжается. Какая из команд не ударит лицом в грязь? Не пропусти следующую серию.